Сургутяне привезли вирус из-за рубежа. Накануне анализы подтвердили наличие COVID-19. Всех контактировавших людей установили, списки передали в медицинские организации. Сами заразившиеся находятся в инфекционном отделении. Данные люди, прибывшие к нам в округ, они находились за рубежом в течение последних 2 недель. Мы их контролировали с самого момента прибытия в округ. Они были под нашим наблюдением с медицинской организацией. Отметим, сегодня в Югре зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусом. Все привозные. Пациенты находятся в Сургутской окружной клинической больнице. У 2 пациентов состояние удовлетворительное, у 2 средней тяжести. Динамика у всех 4 пациентов положительная, угрозы жизни нет. Как только анализы заболевших дважды покажут отрицательный результат, жители выпишут из больницы. А пока специалисты обращаются ко всем югорчанам с просьбой выполнять рекомендации Роспотребнадзора, ограничить посещение общественных мест, носить маски и чаще мыть руки. Призываю к спокойствию, к осознанности в своих действиях, к осознанности в защите здоровья себя, своих близких и нашей Югры в целом. Надеюсь на вашу сознательность. Сознательность должны проявить и те жители, которые вернулись из-за рубежа. Им необходимо самоизолироваться на 2 недели и проинформировать об этом медиков.